рулетка с сюрпризами. Вот у нас всего 20 сюрпризов. Мы их пронумеровали от 1 до 20. На рулетке 24 поля. Из них у нас 20 вот здесь сюрпризов. И 4 в поле здесь чуть-чуть других. 2 из них это свеча. Это означает то, что мы друг с другом должны поменяться любым подарком. А вот этот вот подарок, сейчас вот я вам покажу этот подарок. Это означает то, что я должна, например, ну если мне это попадается, то какой-то любой подарок просто отдать Ане. Или, наоборот, Аня мне отдаст. Если опять рулетка, вот, например, у нас уже как будто была цифра... Как будто у нас уже была цифра 13, если опять она попадает, то мы выбираем следующий по часовой стрелке. Перед тем, как начнем, подпишитесь на наш лайк, на наш инстаграм, на наш канал Анютка Малютка и на мой канал Мария Омайгад. Давайте начинать! Давайте! Аня крутит рулетку первая. На белом поле, наверное, вам не видно, но здесь номер 12. 1 и 2. Вот. Я буду сейчас открывать. Снимай номер. Рывем прям так. Рывем. Как ты думаешь, что там? Не знаю, я прыгаю. Как много запаковала. Рыбы сделала. Смотрите, какие ногти накладываю. Мне кажется, они гигантские будут, тем более. Нет, с единорогами ногти. Вау, мне очень нравится. Так, клею они на мизинец. Здесь в наборе разные размеры. Тут есть 2 самых маленьких размера, и вот мы Ане их наклеим. Все, теперь я кручу. Шестнадцать! Один единственный зеленый подарок. Вот такой большой подарок. Открываем! Это бомбочки для ванны, смотрите. Это такой, можно сказать, подарок на Новый год в виде конфетки такой. Клубникой пахнет. Сегодня примем ванну. Я кручу. Аня попался номер 4. Это означает то, что надо за один из своих подарков отдать мне. У нее кроме ногтей ничего нет, поэтому ей приходится отдать ногти. Может, мне опять выпадет подарок, и я тебе тоже их отдам. Двадцать два. Вот, маленький черненький пакетик. Я открываю. Это кошечки-русалочки! Какая красота! Аня, крути рулетку! Посмотрите! Шесть! Вот, Аня, смотри, какой большой! Аня, вот это больше всего хотела! Все спрашивали в комментариях, что это у меня пупышки. Да, пятна. А у меня это на мандарины. Аллергия. Да, аллергия. И я поэтому надеюсь, у меня ни шоколад нельзя, ни мандарин нельзя, ни апельсин. Цитрусы нельзя, никакие сладости нельзя. Давайте открывать. Это чехол на XR на мой телефон. Если мне выпадет на твой седьмой, то мы поменяемся с тобой. Смотрите, какой красивый мраморный. Мраморный? Не, ну ты пока это себя держишь. Не могу. Так, теперь я кручу. Двадцать четыре. Ох, самый
это сережки. Вау! Смотрите, это новогодние клипсы. Это не сережки, это клипсы. Так. Сейчас я их одену. Они в форме новогодних елочных игрушек. Мама мне пожелала удачи, и я клюсь. 24 уже было у меня, поэтому по часовой стрелке следующей это цифра 1. Вау, какой большой! Не порвали, не получилось, Ваня, поскольку. Вот, смотрите, какой мини-диванчик. Я думаю, многие подумали, что это для какой-то куколы Барби и что-то такое. Но на самом деле, это диванчик для твоего телефона. Смотрите, вот так вот можно поставить телефон. И я это очень хотела, я очень... Я кручу. Свеча! Так. Ну, все-таки, Аня, я так думаю, очень хотела вот это. Я Ане подарю вот такие сережки, котики. Ты мне, ну, отдаст чехол, да, телефон, потому что он все равно тебе не подходит. Там чехол, ну 100%. Ну да, 100%. 100%. Да. Смотрите, какой красивый. Это мрамор. Это на мой телефон, который Маша мне отдала. Теперь кручу я. Я не знаю, потому что я хочу почему-то 3 или 19. Потому что это большие самые остались. 3! О, я прям гадалка! Вот это. Что-то очень легкое. Там, мне кажется, 5 чехол. Так мама упаковала 100 слоев бумаги. Да. Это не чехол. Очки, нулевки, круглые. Вы просто не понимаете, какая моя любовь к именно вот круглым очкам. Я не люблю никакие формы, только круглые. Сейчас я померю и буду в них все видеть сидеть. Мне идет? Идет, да? Напишите в комментариях, мне идет, а не идут очки. Так, Аня, крути. Вот, смотрите, черный пакетик, я думаю, 20. Открывать? Там опять сережки, я знаю. Ну, наверное. Открываю номер 13. Здесь опять какие-то сережки. Боже ж ты мой! Это же сквиши! Это реально сережки сквиши. Смотрите, это форма вот такой печеньки, сережки и еще и сквиши. Это на уроке, когда сидишь такой весь. Классная задумка. Вот смотрите, реально вот сжимаем, но возвращается. Аня, крути! Так, 13 я только что открыла, поэтому 14. Так, вот 14. Опять черный пакетик. Вот
сегодня ногти. Смотрите, какие у меня ногти. Я хочу рулеткой. А все Восемь. Самый большой. Открываем. И это последний оранжевый. Вот такой набор мне попался. Тут есть ногти, два разных вида, лак и наклейки. Я хочу! Номер 6 уже был, поэтому будет 7. Сокет. Как раз для моего чехла. Как подходит? Поехали дальше. Один. А уже было два. Два. О, вау! Смотрите, какой попсокет. Подходит. Он подходит. Сюда. Аня крутит. Свеча. Меняемся ногтями. Вот такие классные металли ногти. Теперь я. Смотрите, здесь опять сережки, сквиши, такие пандочки гигантские. Я кручу. Восемь нету. И мы тогда будем крутить сразу до 10, потому что только 10 у нас есть. Вот 10. Смотрите, какие у меня бабочки. Смотрите, у меня 3 и 6 сережек. Вот, смотрите. 1, 2, 3. Я теперь кручу. У нас свеча. Аня, на. Клипсы тебе. А ты мне тоже сережки. Не знаю, не все не дам. Ладно, бабочки отдам. Все подарки остались фиолетовые. 12 у нас нету. Вот у нас есть 18, будешь им 18. Пойдем. Да, это сережки. Тоже новогодние. Елочки, какие у меня красивые сережки. Елочка с игрушками. Двадцать три есть. Какие они гигантские. Такие красивые. Смотрите, они просто гигантские. Это вот, ну, сравните. Эти ногти, они сами не приклеиваются. Тут идет в наборе клей. Будем менять пупсокетами. Теперь я кручу. О, 19! Значит, это будет следующее. Открываем. Это тоже для телефона подставка. Давайте открывать мой блинчик. Да. Черный. Это лак, который светится в темноте. Смотрите, какой цвет сейчас. У меня один из подарков на два больше, потому что мы много менялись. Ну как вам наш челлендж? Понравился? Напишите в комментариях. Еще в комментариях напишите, что вам больше всего из этих вещей понравилось. Что вы себе хотели? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!